короче, выселяемся, идем в путь на новую квартиру и надеемся, что завтра нас все-таки заселят либо в наш пентхаус, либо в нормальную квартиру. Типа нормальную, большую квартиру, которая не хуже, чем наш огромный косеренный пентхаус, в который мы так и не попали пока еще. Факт Афин номер 2632. Светофоры менее 5 секунд для пешеходов. Очереди даже в Луи Витон. Зачем? Да, правильно. Чёрт говорит, что мы очень спешим, поэтому нам некогда распыляться. А так мы зашли, по-любому скупились. Да, ну типа зачем оно нам надо? Мы спешим. Распыляться на всякие такие Луи Витоны. На новую квартиру. Пойду шаурму поем. Дамы и господа, это арка Андриана. И на этом наша экскурсия заканчивается. На любой вкус, цвет, размер. Подойдет к вашим туфелькам. Греческий член. Под плесень, ладно. Лайм с плесенью. Special proposal. Да нет. Бля, не снял Зевса. Не, я не снял. Он ушел. Зевс. Сейчас. Так. Ёбаный рот. Этого казино предлагаем пить пиво. Хеллас пиво. Давайте. Фикс Хеллас по Хеллас. И Мифис. Чиз. Хеннабис. Короче, план. Много пива. И много пьем. По 60 центов. В магазе охлаждаем, бухаем, наслаждаемся пивными улочками, но по фикс прайсу. Да. Потому что почему? Потому что можно бухать много, просить мало. Почему бы и не делать? Просто тут не прокатит итальянская история, когда можно бухать просто и вино, типа какой-то. Это самое дешевое. Здесь только с пивом такая прокатка. Хлебом пахнет. Здесь видно. Подогнать хочешь? На. Обожаю. Like, I don't know. Like something beautiful. We are from Ukraine and we want to give you this Ukrainian coin. Ukrainian pizza. We also I'm Jack Palmer and my friend also. And this is from your Ukrainian friend. Okay. Just a gift. Просто fix here. No, present. It's a present for you. Yeah. No. Yeah. It's yes. Ukrainian hryvnia. He's Angelia. London. Ukraine. We are from Ukraine. Kiev, Ukraine. No. Ukraine. It's near the Russia and Belarus. No. Подаю тут Россия. Yeah. Украина. Хорошо. Да. Добро. Дякую. Дякую. Не. Окей. Thank you. Бля, по-английски не базарит. Ебальники такие.
типа, да, бери гривну. А я ебу, что такое гривна. Он типа такой... Он такой, похвастали себя, да? Типа... Смотри, какая шо у нас есть, гривна. Посмотри, я так. Мне кажется, он такой встанет, такой посмотрит на это, мое такой берет, такой мусорку выкинет, такой ебать, всё понятно. Да не, не, вряд ли. Ну, я надеюсь, хлебом очень вкусно там пахнет. Да, пахло хуяло. За такой запах можно и грибы дать. Так, у меня осталось. Ни хера себе. Ну мы же не свиньи. Ну да, пармезан. Это начало хом-видео. А ты прикинь, там настолько галимая стиральная машина, что мне застрять невозможно. А двое друзей потом присоединятся. О, Чоха, ты будешь пить пиво? О, Чоха! И ты такой, короче, Иван, видео смотрит. Смотри. Я сейчас просто включил камеру, чтобы показать, как мы засрали квартиру быстро. А тут сразу это, сюжет порно. Ну, так всегда случается. Четверо друзей. Ну, мы тут не собираемся бить посуду, поэтому мы переезжаем на новую квартиру. Почему она сама не убирается? Не, да, не, 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 это хуйня, что приехал в отпуск посуду. А вот тут так вот выходим из своего бейсмена. Это бомс. И сразу ярмарка. Когда не будем успели, то есть. Батя Витя хуя. Лекер ровный. Да. Да. О, это мята, класс. Тимьянчик. Мята, мелисса. Мору. Спроси. А ну куда, ребят? Не знаю, просто. А туда. Хотели по ярмарке пройтись, да? Ничего, они тут зонтиков понаставили нормально. Да ладно, пойдем. Пошли. Посмотрим, что тут по ценам. Не, ну нормально, картоха посядет. Машину запарковали. Это за штука, интересно? За штука. Ебать, слива. Что это было? Слышал? Чувак голос сорвал. Супер. Сам, сука. У меня разговор короткий с этими торгашами. Сам, сука. Ты знаешь Умида? Хош, я лекко лук. Мы выходим на солнце, поэтому нужно надевать солнце очки. На базар идем, да? Где Настя? Настя. Настя, пошли, сядем в пол. Не мешайте, пожалуйста. Окей. Ну, блин, я не сильно помню, но это ну, они. Сериал. Это я точно их помню. Сейчас что-то у тебя с прической. Yeah.
трех экипажей в естественной среде. Естественно, среди обитания. Палатка какая-то. Палатка? Там, там, наверное, люди живут. Желательно, да. Ну да. Последний швед. А ну, ёбни подойди. А у нас и кинь мне камень. Я улей. Я тучка, тучка, тучка. И вот за ним медведь. Тема, ощущение, что ты потный все время. Ну, кожа жирная, типа. Я как-то так Соня нечаянно сказал. Она потная? Ага, потная. Она говорит, как крем, блядь, долбоёб. Итак, дамы и господа, вот Акрополис, за ним вот эта маленькая гора, там, где мы вот, вот это вот. Там мы были вчера, сегодня мы обошли, и теперь мы за ним. Эть, не, ну масштабы впечатляют. Конечно, Акрополис, я немножко подохуел, какой он огромный. Чтобы сказать, что от Колизея у меня такого эффекта не было. Ну, был, да, был эффект наоборот. Я думал, что Колизей огромный, а он оказался маленький. А тут, бля, я думал, Акрополис маленький, а он казался огромный. Просто скала, жесть, просто как эти типы вот эту вот скалу, да, счесали настолько ровно. Ну это просто жесть. Кстати, вот здесь вот домики, здесь живут бездомные с видом на Акрополис. Просто вообще, блин, идеально жили. Блин, просто насколько заморочились типы, что-то делать. Сколько километров, чуваки еще заморочились, чтобы что-то здесь выкладывать. Мне кажется, нам сюда. И отсюда будет открываться замечательный вид на Руслана. Скользкие камни и грецы.